Да не надо ничего слышно, хватит того, что видно. Хорошо, что видит губами, между прочим, артистично. Потом будет слушать, что я думаю о нем. Так. Александр Чистяков, пожалуйста, друг мой. Уже старинный. Уже да. Угу. Что вещает-то? Что рассказываешь, Саша? Сейчас, я подожди, над тобой чуть-чуть. О, вот это под ракурс. Вот это да. Так, вот это грудь. Вот это жук, а это щербак жуков. Так, сейчас тоже как-нибудь. О, ох, отлично. Так, жена Саши и Анна Шапкина, да, которую сейчас мы будем в этом аквариуме тоже. Любимые все люди. А мне все равно, мне больше нравится картинка. Я сам говорю. Вас все будут анонсировать, собственно, поэтому вот так и редактор будет выходить за вами. Присаживайтесь сюда. Вот, давайте мы сделаем это громче. Давайте. Вот они. Оттуда я побежал в институт, где презентовался журнал «Лампа и дымоход», где должны мои стихи, и я там успел выступить. Вот, после чего я вот прибежал, еще успел в ЦДЛ.